Одной из самых популярных тем вот уже 10 лет являются занятия спортом, уход за собой и, конечно же, забота о своей улыбке. Многие привыкли обращаться к врачам только с острой болью, хотя существует простая истина – ухаживать за зубами приятнее и дешевле, чем лечить их. Давайте проведем простую аналогию. Сколько денег стоит ремонт машины в случае поломки? И сколько он вызывает побочных проблем? Любой автовладелец подтвердит – проходить регулярный техосмотр гораздо быстрее, легче и дешевле. То же касается и наших зубов. По внутренним исследованиям, за 14 лет работы на рынке доля пациентов, посещающих стоматологию ради гигиены, выросла до 40%. В связи с этим мы выделили новый уникальный формат и создали франшизу 32OK. Для каждого пациента 32OK составляет индивидуальный комплекс профилактики на основе диагностики, формируется карта здоровья и открывается доступ к нашему мобильному приложению. Помимо индивидуального комплекса 32K, у нас также существуют комплексы для людей с заболеваниями десен, такие как пародонтит и гингивиты, для пациентов с чувствительностью зубов, для беременных женщин, для пациентов, которые курят, и различные другие комплексы. Раньше нас сложно было заставить чистить зубы каждый день, а сейчас я стараюсь привить своим детям заботу о здоровье зубов, и программа 32OK Baby в этом нам большой помощник. После рассмотрения командой экспертов профессионального общества гигиенистов стоматологических образовательная программа 32OK получила знак одобрения «Зубам полезно». Уникальный формат бизнеса 32OK позволяет вести речь о таком понятии, как «Голубой океан». На данном этапе прямых конкурентов нет. В традиционных стоматологиях приемы имеют разовый характер. Пациент приходит, чтобы избавиться от боли или вылечить зуб. Доля регулярных посещений в таких клиниках составляет всего 30%. Поэтому приходится тратить большие средства на удержание и совершение повторных продаж. А в клинике 32OK 70% первичных клиентов становятся постоянными посетителями. Также мы предоставляем программу маркетингового продвижения, что позволяет собирать нам контакты нашей целевой аудитории. Давайте подробнее разберемся, откуда клиника будет брать клиентов. По статистике, 50% всех пациентов выбирают клинику через интернет. Будущий пациент вводит запрос в поисковой системе и благодаря грамотно настроенной контекстной рекламе одной из первых получает ссылку на наш сайт. На сайте он оставляет заявку. Заявка моментально попадает в работу в колл-центр. Колл-центр в течение нескольких минут связывается с будущим пациентом и направляет его на прием в ближайшую клинику 32OK. После первого посещения пациент записывается и приходит через пару месяцев на следующую профилактику. Затем еще и еще и еще. Мы предоставляем полную поддержку и сопровождение нашим франчайзи. У нас существует команда запуска точки. Туда входят лучшие специалисты нашей компании. После заключения договора команда запуска выезжает в ваш город и готовит клинику к лицензированию. Помогает с набором и аттестацией персонала, поставкой оборудования и расходных материалов. В результате мы проводим франчайзи к открытию клиники и успешному началу работы. А теперь поговорим о деньгах. Инвестиции в открытие собственной клиники составят от 1 600 000 рублей плюс паушальный взнос 200 000 рублей. Рентабельность бизнеса от 30%. По выходу на производственные мощности доход составит от 750 000 рублей для лайт-формата и от 1,5 миллионов для полного формата. Срок окупаемости от 6 месяцев после открытия клиники. С 6 месяца роялти составит всего 5%. Наша самая главная задача – сделать так, чтобы франчайзи, работая по нашим правилам, добился успеха. 32OK – это не только доходный бизнес, но и социально значимый проект. Мы ставим во главу угла заботу о пациентах и дарим здоровье и красоту их улыбкам. Станьте частью команды 32OK. Заботьтесь о пациентах вместе с нами. Перейдите на наш сайт и узнайте подробнее о франшизе 32OK.